Кто из вас любит убираться дома? Только на чистоту. Вот я это дело просто ненавижу, когда моя жена занимается уборкой, я вообще не понимаю, в чем прикол и кайф этого дела. Именно для таких, как я, созданы такие устройства, как робот-пылесос. Именно сегодня я вам расскажу про одно из замечательнейших устройств. Оно называется D-Bot R98. И, пожалуй, мы начнем. R98 — это флагманский робот этого года от компании Ecovax. Для тех, кто не знает, это один из лидеров среди производителей роботов-пылесосов. Выглядит он действительно классно. Круглый выступ сверху гаджета — это лазерная система. О ней мы поговорим немножко позже. Тут же расположены индикаторы, кнопка включения автоматического режима работы и специальный отсек, куда устанавливается резервуар с водой и моющим средством. Благодаря датчикам робот не будет врезаться в вашу мебель или падать с лестницы. Все остальные настройки устанавливаются на вашем смартфоне. Дизайн этого устройства невероятно футуристический, как будто какой-то персонаж из мультфильма Валли. И вы знаете, учитывая его функции, вот такие штуки мне начинают даже больше нравиться, чем смартфоны. Оцените крутость самой конструкции. Робот-пылесос вам не нужно самому убирать. Он возвращается после уборки в эту док-станцию. В самой зарядной станции находится специальный ручной пылесос, который вытягивает из него весь мусор в специальный резервуар. И кроме того, этот пылесос можно еще использовать в других целях, к примеру, чистить собственноручно какую-то мебель, либо же чистить что-нибудь в автомобиле. Она заряжается и работает без подзарядки потом. Ставите обратно, и она заряжается дальше. Благодаря технологии Smart Navi робот самостоятельно при помощи лазерной системы создает карту комнаты или дома. Делается это один раз при первом запуске пылесоса. Он сам выбирает траекторию уборки и запоминает пройденные места. В случае, если аккумулятор разрядился, робот вернется на зарядную станцию, после чего продолжит убирать комнату с того места, где он и остановился в предыдущий раз, а не начнет все сначала. Как уверяет сам производитель, даже если у вас дома есть домашние животные, которые очень много мусорят, это тоже не проблема. Этот робот спокойно справляется с комками шерсти, волосами и прочим другим мусором. Управлять роботом можно при помощи гаджета на iOS либо же Android. Приложение позволяет запустить, полностью остановить или приостановить уборку. Если вы хотите, чтобы пылесос убирал до вашего прихода, то в приложении можно установить время, и робот сам начнет уборку по заданному расписанию. Здесь же вы можете выбрать область очистки и посмотреть карту вашего дома. В приложении также можно посмотреть заряд батареи, просмотреть журнал уборок и отследить местоположение робота. Сопряжение с вашим устройством происходит при помощи установленного в робот Wi-Fi модуля. Заряжается этот робот около 4 часов, и полного заряда аккумулятора вот от такого вот питания хватает на 90 минут непрерывной работы. Существует также младшая модель D-Bot R95. Основные отличия — это отсутствие дополнительного автономного пылесоса и специальной системы сбора мусора из робота. То есть придется доставать резервуар с мусором непосредственно из самого робота руками. В комплекте с D-Bot R98 вы найдете зарядную станцию, сменные боковые щетки, контейнер для воды, чистящее средство, мерный стакан и насадки для ручного пылесоса. Безусловно, никакой робот-пылесос целиком и полностью не избавит вас от полноценной уборки, но эти устройства сделаны для другого, для того, чтобы в течение недели умный гаджет поддерживал более-менее нормальное состояние вашей квартиры, чтобы через неделю вы пришли с полноценной уборкой и не сошли с ума. В общем, друзья, если вы ищете себе именно такого умного друга, то D-Bot R98 — это отличный вариант. Напишите в комментариях, был ли у вас когда-то опыт общения с такими умными устройствами. Довольны вы, недовольны, чего не хватает? С вами был Иван Лучков, канал Алло. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте конструктивные отзывы. До скорых встреч!